достал уже кулаки. Давай, Линария, бафы и кресты, короче, и все. Ваня, Варенька, ты тут, я надеюсь, брат? Иван. Почему мне это не нравится всегда, когда Ваня вот так отваливается? Он же написал АФК там 5 минут, короче, если что, меняйте. Да давай без него начнем. Я не помню, как начинать бой. Ладно, давайте. Подожди, есть ДЦ спек у кого-то? Присты есть ДЦ у кого-то? Есть спек ДЦ у кого-то? Я вспомнил, что Полкер. У меня было. Там Филипец отвалился, пока без него начнем. Может, давайте мы в 15-м человек, в 14 начнем. Кому надо отвалиться, тоже отваливайте сейчас. Спасибо за рейд. Ауру коня, пожалуйста, уберите. Блин, Сири лобается. Слышно? Твой после сурка отвалится, базарю. Фристайла конь. Пойдите, пожалуйста, стол, мам. Чем тебе конь мешает? Кирилл или Дмитрий, дайте, пожалуйста, стол. Кастую, тыкайте. Поклонская, ты готова, если что, хилом уйти? Да. Паса. Жму как могу. Ты здесь? Угу. Заходи, пожалуйста. На счет три начинаем. Раз, два, три. Давайте, раз. Пальчик, ты здесь? Один раз дайте, пожалуйста. Кралька, ты тут? Захиливайте лок, она в луже там стычет. Эти два себе трикси кидают. Танки, наберите рейндж. Виталя, пой гимн на ХП, пожалуйста. Чип сбейте. Кто бьет шип на ханде, тому плюс ЕП будет. Никого не резаем, бьем босс. О, лютый давай, красава. Брат, служи, отходи. Хорош. Отказывайтесь от всего. Ну чё с ДПСом какой-то он конченый, блядь? Термолока не было. На, yes. Он может и был, короче, но мало. Настроить, чтобы показывало циферки, которые урон наносишь ты. Заходишь Escape, нажимаешь интерфейс, потом
Текст боя. И там роль подсадить. Заходишь на аккаунт, нажимаешь удалить персонажа, вписываешь. Блять, вот такие вот тупые советы. Вот тут заходишь на аккаунт, удалить персонажа, блять, такой бред просто, банальный, блядь. Персонаж будет воида защищать. Его психологическую активность. Так, блять, ну это просто самая такая детская хуйня, которую можно посоветовать. Ну, блять, на больше как будто мозгов не хватает. Агрите трэш по чуть-чуть, чего стоите. Зайти за персонажа Реневала, кикнуть сеттера с гильдии. И продолжить троллить мой, да? А линканите, что-то не сколько там. Да даже если бы это был не вой, это все равно то же самое сказал, блядь. Ну просто это полный бред, блядь. Ну такой тупизны, ну, произносить, блядь, вам там. Не, ну ты понимаешь, что это совсем, блядь. Ни для кого не значит ничего, короче, кроме Войда и, судя по всему, тебя. Потому что только Войд после троллинга удалил персо. Я даже тёлок не встречал, которые так делают. Джейми, ты сейчас договоришься, он опять пойдет персо удалить. Не, у Джейми было так, он свою тёлку потроллил, она у него, короче, мага удалила. Не, она покикала все из гильдии. Она ж не сказала, что ей мало внимания уделяю, покикала всех с гильдистой. Сука, охуевшие. Ты свои хаты кикнул потом или нет? Я еще в школе тогда учился, наверное. Ну, может, не в школе, в курсе на первом или на втором. На втором, наверное. Не знаю. Рома, ты тоже жирный был в школе, да? А только спросить хотел. Нет, слышишь, злой, он тебя по саунам хот-доги развозил. Поджирал втихую, блядь. Не, он по саунам хот-доги трогал, а не развозил. Короче, Фильпес написал, что не может он зайти, он у него что снова там-то? Он писал, что он обратно компьютер забрал вначале, когда мы трех начали. А чё, потом кстати, сказал, вырезал садит... шмотки? Потом сказал, что садит за ноут. И сейчас за ноут у него что лагает, пиздец, он не может зайти. Он пишет, что он в беседе. Шмот, оказывается, выиграл. Давайте. Штаны на мэй надо кому-то? Штаны на офф за 10%. И без ГП надо кому-то. Вы охуели? Щит за 10% надо кому-то. Скидывай мне эту хуйню, заебал. Ты не выиграл. Кто выиграл? Мутант выиграл. Блять, я же дописал сосу у тебя, ты охуел что ли? Ну-ка кидало, блять, Рома, нахуй. Дайте все. Кольцо за 10% это нужно кому-то? А на кого оно вообще? Это на кота кольцо? На ретрика. Не сейчас. Так, у нас 23 человека в рейде, может что-то с этим надо сделать? Я думаю, даже рыбу поставить и будет нормально. Альфари, ты пойдешь шлемом своим? Поставьте рыбу. Так, ты вместо Филипца. Но у нас все равно Ваня провисает. Тыкайте. Бафы шаманом, магом и локом. Сейчас, подождите, рано бафнуть. А, я знаю, что вы хотите друг другу хитрости давать, но давайте вы не только я буду напуливать, короче. Мы если что трэш справа бьют. И протопал справа танчит. Два ДК слева танчит. Напишите в личку друг другу, кто где будет стоять. Первый на пулы на супермутанта даем. Остальные на пулы даем на рискат. Оденьте ДД-3 не короче. Рома, поставь рыбу или ты не натурал? Я, у меня нет кулинарии, я же нормально. Да, я думал, ты сейчас скажешь, я не натурал. Во. Да, спекайся, короче, пока. На всякий случай, на дяди переживаю. Ну, за духами смотрим, естественно. Вот Виталий натурал. О, у супермутанта уже попросите у него в личку кольцо. Без ГП.
Ну чё, может начнём? Да, может и начнём. Макси, откуда ты знаешь, что у меня 9 рыбок осталось, я не пойму? У меня 9 осталось, пусть экономит. Давайте, на счёт 3 начинаем. Раз, два, три. Трэш сыграй. Ну, сводите трэш, может, вместе, чё он вас гуляет? Капитан, ты же сам написал, я слева. Ты направо не. Контроль совы. Чё, у нас была одна сова, у нас было хорошо с контролем. Давайте все в трэш. Бля, вы можете его сводить вместе, а? Да, мы тут разобраться не можем. Какие-то проблемы с танками. Ты не в сил. Противец за моей. 5, у меня не успел откатиться. Пизда. Пизда. Диспельте, следи. Рост. Щиты, диспельте. Давайте на пул и на супермутанты даем. Не успели, трэш пул ДД. Можешь Геру? Да, давайте рост и трэш бьем. Соедините трэш. ДК можете войско вызвать. Скидывай тогда сова. Наберите рейндж. Трофь, раздайте мне, суетитесь. Давай. Да нету вайпа никакого, бьем. Бах. Куда вы все падаете, минус 20. Ну, как вы совы, 9 КДП сдаете. Я, короче, в центре становлюсь и в две стороны звездопадом бью, и у меня 20 ХДПС. Вечную тьму. Ночь прицел. Все там кто-то демона не смогли передамажить, это вообще плохо. Я лично жить хочу. Так живи, там надо жить. Я видел, как ты жить хочешь. Ты прыгнул в толпу мобов и бил их. И из трех мобов ты двух сорвал. Зачем ты в них стоял, я не понял. Чего? Я 20... подбежал их, блядь, откинуть. Кто там сказал их, блядь, откинуть? Да не-не-не, это вот до того, как он сказал, было. Вообще не надо такого слушать, откидывать. Жесть, наледивай, обоссаться. Танки слева, разберитесь, кто стоит возле босса, а кто стоит не возле босса. Да, моба с лестницы можно притягивать, если кто-то не в курсе. Короче, поклонская, ты хилом останешься. Да щит я уже отдал без ГП. Хочешь, попроси у Козырного щиту, он ему второй все равно нужен так. Чуть-чуть побольше ДПС, давайте фулбаф по рейду.
и маги там тоже побейте трэш, вот физика. Правда, не посмотрел в рекламе, но читай, как не посмотрю, ты босса бьешь. 300 баф, интеллект. Давайте чек на пол. Мне инты, я плюс. Нету. Есть. А, нет. Дайте инту мань. Секунду, дай ману допить. Мизантроп, ты тут? Да, тут сейчас. Секундочку, захожу. Я тебя не слышал, поэтому войди в облик, пожалуйста. Только тебя ждем. Выкинула, говорю, сейчас захожу. Давайте на счет три начинаем. Один, два, три. Давайте в трэш, кто в натурал. Еби. Восстань и обрети истину и не в сил. Противец за моей воле. Контроль, паладины, сожмите стак. Предиспел рост следит. Проклятие, диспел совы. Как бы моб стоит, короче, его только я бью. Контроль и переводим босса. Контроль шамана. Кто-то бьет шамана. Пелс, леди. Переводим быстрее. Прожмите обилки. Дайте рост шамана. Трэш слева бьем. Забрали рейндж от босса. Давай, злой, ты даешь ауе диспел по рейду после заморозки, короче. Я вижу, что ты топ ДД, давай теперь топ диспелом будь. Так в контроле. Что у вас там фул или надо кто-то? Прикольно ты встаешь. Ты фул пока вайн. Только-только поменял. Сведи трэш вниз. Ты не в сил. Противец. Тролль роги. Набираю все уже. Сейчас загрузим. Тупые, блядь. Трэш бьем слева всем. Совы, влейтесь в трэш втроем. Сейчас контроль будет через 2 секунды, готовимся. Контроль сови. Контроль сови. Дальше вихрь, смерч. Вы осознали бессмысленность?
прицел не надо бэрить, если я не прошу этого делать. Да ты заебал, Рома. Короче, если кому-то что-то нужно, жмите нужно. Лестники, Альфари, I'm sorry. Прицел решил подшестерить, повернуть Ирелла, да, и не зашло. Я терпеть не могу, когда релесы без просьбы. Да, если мне Джерем за ГП ее дадут, я ее не буду брать, я тебе сразу говорю. Какая разница, если этот ДК на следующей неделе будет на Альянсе? Это просто... мне не надо ГП на ШП получать, не забывай, они там соединены. Какой ДК будет на Альянсе? Дискады переносит. Зачем? Он ПВПшить хочет. Так пусть АЛФ будет. Качай на X5 ДК, Дима. Чё? На X5 иди, чё ты забыл? Я тебе говорю, там 14 тим одновременно играет. Он тоже не спутал. А тут тебе зачем? Так у Джериона есть не X5 ДК? За Аликом? Нет, за Орду. Что они послали на... Откуда ты знаешь, подсасываешь вообще? Потому что я ему ДК. Подсасываешь вечно. Не, я просто не играю. Типа там я отдал ему ДК. Ты даже говоришь о своем шамане, да? Потому что типа... Это же у него подсасываешь? Потому что там играют одни уёбки, как бы делают... Ой, прости, это. Даже смотря, что ты хочешь от игры. Я захожу на полтора часа, ну, там больше, что делать, короче. Так, ну, на X5 так люди и заходят, знаешь, поиграть, по, ну, полтора часа в день. Ну, и, да, если бац. Я знаю. И притом они приходят туда, знаешь, не как вот в рейде мы попотеть, да, они приходят расслабиться, поэтому у них нихуя не работает. Что то же самое у нас на сервере. Не знаю, у меня впечатление от X5, короче, ну он тупо, ну лучше на голову, чем вот этот наш X1. В каком плане лучше? Ты ну, гонишь, что ли? Ну, нет, ну там в плане то, что там кросс, БГ, вот эта вся хуйня, да, лучше, базара нет. Но там сам, типа, ну, как тебе сказать, сама механика, там самого ядра, она куда хуже, чем у нас. Но я, короче, не застал кросс БГ, я там не играл, когда сделали кросс БГ, я до этого играл. И там, короче, вообще нет лагов. Я не понял. Просто вообще нет лагов. 6000 онлайн, ты можешь рейд за 2 минуты собрать, любой рейд. Да, Рома, я там RS-25 оп собирал, блядь, полтора часа, иди нахуй. Дайте МП5, кулак помогу. Там чат настолько заслуживается, то что там рейд нереально собирать просто вообще. Там ты вот только написал, да. И там сразу 20 сообщений. Шмоток отказался, короче. Да, все баб, шмотки я. У кого-то в рейде. Ищите где шея и спрашивайте. Класс, а там не накидываешь муку в группу, а кинь меня куда-то, кипаешься. Дайте 300 баб, а, все, вижу. Да нет, на хп, баб. Но тебе не нужен. Не нужен. Сейчас я тебе бафну на хп. Тебе что жалко? Сейчас мы точно бафнули, да? Тебе что жалко эту кнопочку нажать? На 80. Представляете, Войт как расстроился. Он вернулся, думал, будет звездой, короче. 15 минут побыл звездой, рейд собрали, про Войда все забыли. Сука. Нахуй ты его обижаешь, Рома, блядь? Ты охуел, что ли? Сейчас ничего обидно не сказал. Мне обидно, что Войда никто сейчас не хвалит. Там, типа, слайк, вот ты на леди дамажил. Хорош, вернулся, красава. Сейчас на сурке 16к ДПС дашь фуловым варом, красава. Ну как бы, когда самогон говорил про то, что мы тут потеем, я хотел прошутить по Войда, типа, блядь, смотрите, самый потный. Но я же не стал это делать. Самый потный? Почему он самый потный, видать? Вот лицемер, а? Ты ему что, подмышку нюхаешь? Лишь.
Благородное дело. Короче, пацаны, пацаны, я сижу в пушке, но летаю бить магов. Кто в мага меньше меня надамажил, получает ГП. Клашара просто. Кралька, поздравляю. Сурка ты не била, ранец не одела. Какой толк в рейде? Вот, как вагон, ходишь просто за нами. И рыбу даже не ставит, блядь. Тут все дамские угодники, чё вы пиздюкаете? Ой, сыркари, брат. Так у неё ребёнок есть, чё за ней угодничает? Рома, блядь, действительно. Рома мужиков облажает. Джерион. Буделка. Бибоп, так, самое Рома главное. Так Рома теперь не каблук, что ли? Это уже устарело? Он гей-блук. Пидаблук. Пидаблук тоже нужен. Вы чё, братишку, меня обижаете? За вами уже выехала девятка малинова, она чё, парня твоего обижают? Сука. На, пошутил, пацаны, чморите его. Меня не обижают. Что, всё, обойди, обойди, шутки, вот переключимся на кого. Так это вроде про меня сейчас было, не? Ой, будет, это про Рому, блядь, было. Нахуй этот войд нужен, когда можно Рому постебать? Добивайте, разряжайте пушки, блядь, быстрее, ёптвою. 1%. 52 ХП. Славик, сука. Блядь, ну Драман, ну, это вот ГП. Славик, кидай копьё в корабль, добьёшь. Так у моей пушки ноль. Поставьте кто-то бомбу с инженерией, давайте удивим ребят. Ты именно что на твоей пушке ноль, потому что ты в ней сидел, ХК шел, кидал. Меня протонул наверх. Наконец-то добычу поставил. Там пушки добьют или нет? Меня тоже протонуло просто. А вон корабль летит, смотрите. Такого я еще не видел, конечно. Бил, 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 взял, съебался. Телок привезли, да? Это нормальная шутка была. Дайте нормальный баф, блядь. Фул баф. Талик, выкинь сутыну. А, все. Злой бафл. Чё ты на мейн? Нужны кому-то на мейн? Фулл ГП. На офспек. Ебанутый шо ли за фулл ГП? Прицел, а куда тебе ГП начислять? А чё, у тебя в адептов прав нету, что ли? Как прицел будет роллить с нами? Он же пул. Прицел будет, только не нужны шмотки забирать. Ты его позвал сейчас, Гитя, он не принял. А ты цифру угадаешь? Или как, Джерион? За 10% кольцо надо? Диапазон, диапазон напишем, короче. У меня только 3к есть, но они на пай. Я говорю сразу, типа, если я проиграю, я потом зайду и перекину. Смотри, я пишу диапазон, ну, типа, играем или нет? Подожди, ну ты скажи какой. Просто мы сейчас, мне кажется, одинаковые подразумеваем. А, перчатки через диапазоны кому-то. Я хочу поставить 16-18, вот так. А, ну я так, ну это адекватный цифр, он столько и надамажит. Я бы тоже такой же поставил. Так говорите прямо, он все равно не вкурит, что вы про него. Дайте каску. Дайте кулак, ханту, крест, интеллект, рыбу и пристабаф можно. Птишки, ханту, рибаф, братья. Что там до пула? Поклонская, спекайся в ретрика, Поклонская. Пусть втроем хилят. Не успею уже. Успеешь, 30 секунд еще. Ты еще ману в этом шмоте отрегаешь, а потом переоденешься. Ебать, ты бы еще 5 секунд постоял в натуре. Ага. Да прожал бы клятву в холле пала шмоте. Залейте ему иннер. Мизантроп, залей Поклонскому маму. Я там не дам. Рост как босс добежит. Кинь истерию, забыл. Ай, блин. Я какому-то говнарю, наверное, уже уходит, да?
Он второй по дамагу. Танки, что-нибудь сделать ему. Призови под следующих мобов войск мутантов. Почему? Призови войск. Нету рун. Джерион 21 дал, блин, всего 16, что за говно? Последний раз Хантом 20 дал, 20900. Там починили эту хероту. Типа, теперь Хантом там какой ДПС не дашь, да? Ну, типа, я теперь максимум дал 21,8. Это без ничего. Максимум 21,8. Плащ за 10% дайте. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва. Красава, злой дебютна. Не отрекайтесь от нее. Токен покорителя рольте. На синдру. А чё у Риска-то такой маленький ДПС? 14. Потому что он хвалит сейчас не дамажит, потому что дамажить надо. По-другому не можешь бить. А, Пет не дамажит у меня же, да? Войска не дамажит, когда я убедал. Да, Пет, злой, ты хочешь отвалиться, злой? Давай, отвались. Что-то посылка портал открывать? Я умер. Там... А зачем ты отваливаешься, или зачем ты шел туда? Мне как бы больше тоже не интересно. А чё у меня питомец не бил, сурка? Да-да. Или бил вот это? Не, не бил. Мне нужна цель. А, блядь, я питомец последний раз дал Хантом 21,5 на сурке. Питомец на пассивке стоит, прикиньте, сучи, чёрт. Портуйтесь, портал открыли, на Валитре идем. Жмок, спекни с танка на этом трэше, пожалуйста. Я подожди, одну минуту отойду. Я на кораблях не ушел. А сколько общий? Вот что, у меня 16 было по 18 где-то с Петом. Даже обилки его не били. 351. Я как маг дамажит, да? Я жал только без пиздежи 2-3. Я даже бомбу. Короче, стойте, пропустил. Вот эта Валька, летит Валька, сейчас бьем в Вальку. Идите быстрее к Вальке. Короче, Ваня Варенька вниз меня пойдет. Короче, мечен. Я тебя спас, я за удовольствием играть не буду. Отойди, Поклонская, отойди, Поклонская, быстрее. Сейчас помогу вам, Валька, слепо. Пусть Варенька на
демона, ой, на Ани, может тогда тваши будет, да? Да я вам сказал, да. Подождите на мага. Иди на мага. Не надо, не-не-не. ШП или Африк? Стоим, не агрить, я трэш вторую найду где-нибудь. У меня что, на всех боссах пет не бил? А ну посмотрите, на сурке и на леди бил пет. Нет, не бил на сурке. Нет, на ребре, я просто их называю так. Идите в центр, пожалуйста, давайте тут валю, блин. Приходите на лича злой. Да? На тебе по времени смогу прийти. Приходи на рафу, мимо. Ты чё, чёрный, охуел? Я сейчас вполне заслужил. Клан, брат, до вечера, родной. Давай, братка, пока смогу. Хорош. Почему мы идем на Синдрагос? Ну так, я, мне так ну, привычно ходить, короче, типа Синдра сложный босс. Честно, типа, по Роминой логике, девочки налево, мальчики направо. Мы идем направо. Правильно, Ромин? Да не, хуйню несешь, иди нахуй отсюда, тупой его. Все, ладно, удачи, ребят. Давай, все, иди нахуй, смогу, что не смешно, там... он один этого не понимает. Что у тебя твои качки синдоловые там, тренажерки жопу отмели? Мне кажется, или он натупил просто, а потом еще и паузу сделал. Он хотел сказать, типа, девочки ходят туда, куда Рома, но как-то перепутал стороны. Да-да-да, мне тоже так кажется, кстати. Ладно, вы меня распроедините. Давайте, РДД в череп играем. Полпиш, ты дурка, да. Самогон, скажи что-нибудь, чтобы ему удобно было тебя замутить. Джейми хуйсос. Спасибо. Рома, не говори ничего, он и тебе мудр. Блин, я предлагаю, короче... Поменять протопалы, блядь, какой-то он опасный сильно, да? Сбросить КД и зайти еще раз сурка подамажить. Ну что такое 16к? Опять не бил, честно говоря, видели вообще ноль. На всех боссах не бил. Так не апнет 4 ДПС. Ну 4 не апнет, хотя бы 2 апнет, 18 куда уже как бы стоять будет нормально. 800 максимум. Как он, ну, мобилка вот эта, понял, которая у меня типа на 10% атаку, ну тоже не сработала. Понятно, что не сработала, он же не бил. Как можно вообще на ханте у тебя, ну, команда взять что ли на отдельной кнопке? Да. Нет, другая, зов дикой природы обидка. Ты же взять тоже бьешь? Взять я прожал, но я еще смотрю 3 стака, что-то думаю, ну ладно, не ударил. Он взять автоматом же срабатывает, когда он в бой вступает, где-то там можно поставить. У кого есть... У Альфари есть холли спек, у Варенька есть холли спек, у кого еще есть? Эрдру есть там какой-то мизантроп? У тебя Эрдру? Да. Давай мизантроп, тоже б хила спекать. Я могу в ретрике похилить. Похилить, у тебя холли шмот есть? Да, блядь, нет нахуй, в ретрике, чисто в ретрике, блядь, Рома. Почему ты бесишь так? Почему ты такие тупые вопросы задаешь? Ты что, тупой? Всех так ебет. Можете собрать как-то мобов? Забывай, кто там что-то. Не выносим. Ладно, Ром, прости. Прости меня. Кто танчит? Сейчас я телефон, у меня врезники пацанов, короче. Ну вызывай, пожалуйста, никого ко мне. Алло, да, дорогая, привет. Да, очень рад тебя слышать. Ай, блядь.
пародия на Ваню Кеноба? Да, да. Ром, может, ты на БДК зайдешь, Синдру половишь как надо. Все нормально, она не берет трубку, как обычно, извиняет. Недолго Ваня с нами побил паренька. Берите все средства, полежи. У тебя уже прицел есть. Почему еще надо на дебане побил? Поздно, мы резко закончили в полперах. Какая-то раска. Она же такая скучная. Давайте, многоуважаемый рейд. В порталах у нас два Эршама, Холи Паладин и Фристайлы. Летать в порталах за звездочкой. На рейде у нас сидят и Альфари в порталах 4-5. На рейде Макси сидят Мизантроп и Варенька, если у тебя холи спек есть, тоже спек несу. Ну и Вальку хильте, короче. А то и некоторые друиды на рейде сидят. Сидят, ни одной хоты на Вальке. Ну, самогон за звездочкой, Эльфари за звездочкой. Пофиг, сколько у вас стаков было, лишь бы у звездочки не воровали. А что лучше, так, одеть чешку или щеты, короче, на Вальку? Проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватало. Быстрее отпивайте ману, кулак, вару, забафайте варенькой. Крест обновите под друидом. Ну, когда на ребре маги два стола поставили, мы ничего не брали оттуда. А, лучше чешку и счеты, да, деть вообще? Это чтобы тратить на шереги, понимаешь? Не надо, я ему в обмен дала еды, обойдется. Там же вспышка, если ты хилишь, там же талант. Или мне кажется. Самогон, ты в протоспеке будешь хилить? Почему в прото? А я что, в протоспеке? Бля, секунду. Я что-то не заметил даже, спасибо, Ром. Что-то посмотрел, ты в прото. А я хуй знаю, что у меня протоспек. Залейте мне ману тогда, а то я сидел в протоспеке, ману отпивал. У меня тут хилы переписываются в пати, самогона, короче, обсуждают. Прикольно. Подождите. Давайте на счет три, Лёх. Раз. Стой! Стой! Два. Стой. Три. Что, Марин? Что ты нас спалишь? Фу, вообще. Если бы ты сейчас не заговорил, Варка, он бы не знал, какие хилы. Теперь одного из вас он знает. Я вина вчера с Дессера на лече. Вчера с Дессера на лече проорал. Спроси еще, кто считает, что мне нужно ГП и дай ассиста, короче. Буду в честь добавлять, говорит. Делай такой же опрос о самогоне. Там, ну, человека два нажмут нет, который просто случайно это сделает. Просто, наверное, не ворка. Не будут знать, о чем вопрос. Мне вообще похуй на вас. Просто. О, когда человеку нечего ответить, ну, когда он тупой, ему нечего ответить, он вот так говорит, вот как канал все время, просто все время у него. Он, там, короче, 15 минут доказывает свою точку зрения, потом завершает предложение. Не, ну вообще мне похуй, делайте как хотите. Вообще, если честно, я за неделю отпуска вкачал себе перса до 58-го, уже до 59-го уровня. Какого?
Не скажу вам, это мой секретный перс. Вау, что ли? Мне будет писать в чате гадости о нашей гильдии. Ой, я, кстати, Рогу начал качать, Рогу до 40-го, там, 30-го докачал, потом, ну, вот этого на 2-й переключился. Ну, Роги, вообще отстой, просто отстой. Вот. Ребят, я, конечно, понимаю, что у нас маги скиллованные, но можно было усиление на Вальку кинуть, как бы. Ты маги начал качать? Не. Лок. Нет, у меня два лока, мне лока интересно. Бля, вот у меня нет отпуска, ну, я все равно прихожу домой в 7 вечера, но я, ну, лока до 80. У тебя нет отпуска, потому что у тебя нет работы, блядь. Ну, я учусь, и хожу в школу, там, на крановщика учиться. Бля, иди нахуй, короче, вообще пидор. Мы так что это обсуждали, самогон, ты опять тупанул. Не-не, да, блядь, он просто хуйню сказал, типа, говорит, у тебя нет работы, блядь. Конечно, потому что я учусь. Лишкар, простите, а вы там долго будете в порталы свои заходить? Не надо бэры, пусть лежит, потому что на синдре были все бэры. Я стал пизданул и упал, как канон. Че, можешь Геру, да? Давайте гимны, давай, Ваня читает гимн, скажу насчет следующего. А сколько там баф этот висит на хп вообще? Виталик, читай, короче, свой гимн, на мне есть никакого баф. Там висит. А вот, висит. И после переключения каски еще 8 секунд висит. Нормально, 17 секунд роста просто так прошло. В 25 хилов хейфу самогон даже холипала не перехилил, такое дно. Да хуй знает, просто поклон топ, а до этого я всегда... Ресните прицела, пожалуйста. Ну, у меня что-то покров света меньше, короче, нахилил, он раньше больше хилил. Походу его починили, у меня покров света нахилил, как свет небес раньше. Перчатки без ГП нужны кому-то, наверное. Ты слышишь, гей? Да, гей. Слышу. Походу, то ли починили, то ли... Фона же без ГП, только спустись, Дианец. Ой, не то ли, кому. Вот эти фона же без ГП. Паловский, надо кому? Отойду пару минут за чаем. Короче, отдался супермутанту, если что, не опасите. ШП лучше, блядь. Ну раньше этот покров в натуре нахиливал, как Holy Light. Так он прокает от вспышки света, а не от света небес. Брокает, ты знаешь это? Подожди, ты хочешь сказать, то, что я должен флешкой хилить? Там, короче, брокает, нужно ударить кого-то, типа... Хила. Если у тебя свет небес не прокнул, когда прок не спал, он просто не суммируется, идет заново отсчет, и все. Че вы, блядь? Да я, короче, раньше хилил ретриком, типа, холишь моди, я перехилил. Значит, свет небес прокнул, крит, а сейчас не прокнул 4 раза подряд, окей, и все. Я понял. Все, иди нахуй. Самогон, ты можешь повежливо общаться? Да, да, Ром, Дина. Короче, по официальным данным, кстати, в АФК всего 2 человека отошло. В прошлый раз было их 9, вчера было 5. Сегодня 2, видите, уменьшается. Ваня, в официальных данных или в неофициальных? Ну, в официальных это те, кто предупредили, короче. Ты-то тоже чайка сделал, писанка. Макс вот бьет 14 дд, хилит 3 хила. То есть одного хила нету и 5 дд еще. Нет, не хотелось это вычислять, но если ты прикажешь, я, конечно, это сделаю. Короче, варенька не бьет. Как будто удивил. Там угон не бьет. Мизантроп только начал бить. Валера не бьет, разбойник. Ты что, охуел за этот прицел? Я вообще-то никогда не охукался, такой еблан. А, я не раскинул рекаунт. Ну, я же, блядь, не Ваня, а на списке.
Не, я когда не покажу, потому что зачем так долго в рейде сидеть? Чем больше человек в ВФК, тем больше рейд. Каску сове можно, пожалуйста? 300 баф нормально, что там бичевский дарит, точно. Вот это пиздец. Надо отойти, когда Синдра глаз. Ладно, если чё, я в Валоране. Перейду через 10 минут. Пиздец ты, Джерриан, охуевший. Ну, прости. Хорошо. Надо отойти. Прощаю. Ты на ком, Дима, на этом сидел, да? А у меня КД Starfall. 10 секунд. Ну, рано дал. Это не я. Мне поклон таки написал, что даст. Пизды? Только я знаю, что Джейми сейчас АПКшит. Соси яйца мои. Почему я тогда тебе ответил? Ну, я тебе написал в личку, что я тебя ебал в рот, а ты мне не ответил ничего. Мне жмук написал, что ты с мамкой живешь, короче. Поэтому не понимаешь, зачем пацаны ФКшат. Ага, нормально. Блядь, ты мне микрофон отжал, и кричишь, мама! Дай заебись, поесть! Наверное, в общаге, видишь, Ром, заебись, наверное, в общаге с мамкой ты живешься, нахуй, ебать. Тебя Рома скажет, что он еще, наверное, по шмоте дамажил. Блин. Или... Мама моя отозвала. Или поварский колпак хотел что снять, но вспомнил, что на рейде говорил, что он, блядь, не прокачивает кулинарию, типа он... Че, никто не услышал мою шутку? Тебя мама позвала или что? Ну, я типа маму позвал, она отозвала. Слышь, тебя мама тоже называет жирным уёбком? Хо-хо-хо, жёстко. Рома, а помнишь этот бояджер каждый раз? Никогда не шутил. Да закрой рот, да я пошучу. Никогда не шутил про маму, короче. Тут прям напрашивается шутка, типа, самогон только твоя и после меня это. Не смешно. Ты, блядь, знаешь, отпустился до уровня Вани Канобы. Он тебя что, укусил? Ебать он тебя, Рома, уничтожает просто. То есть ты, по сути, жирного уёбка назвал жирным уёбком. Хуя ты, блядь? После укуса жирного уёбка. Жирный. Рома не жирный нисколько. Да мне, блядь. Просто у него кое-что жирное. Если бы я был жирным, я побежался, наверное, потому что самогон же на тупого обижается. Бля, обидно сейчас было, слышь. Идите поближе его вот сюда, тотема уберите. Не подойдите, ну, к воротам. Не, ну Коноп на свинью обижается. Я его называю Ванька Пеппа, а ебать у него горит, нахуй. Просто я ему скажу Ваня Пеппа, он сразу, ебать, мама твоя Ваня Пеппа. Сука, ты заебал. Будет опрос, короче. О том, чтобы идти этот рейд в более спокойной, такой умиротворенной обстановке. Все, кто считает, что самогону нужно дать мут до конца рейда, нажимают «нет». Нажимают «нет». Дай ассиста, ассиста, Рома, дай. Жесть, ну, поголовно. Либо люди АФКшат, короче, да, нажали, кстати, только хилы, которые на тебя базарят. Мафи считает, что тебе не надо мутить, Козырной считает, что тебе не надо мутить, и Варенька. А, и Мазур. Четыре человека, короче, прицел. Ой, прицел самогон. Не знаю, риска нет, нажал я за скринью, если что. Даже я нет нажал, ты охуел. Ну так только прицел будет разговаривать, это будет осень.
скучно. Мы, короче, тут недавно, считаешь, мы недавно срались в РК, короче, у бульбулятора с прицелом, и нам челик говорит, мне кажется, или это один и тот же человек сам с собой разговаривает. Это новая. Давайте фулбаф, короче, повесьте МК там на каменце. Макси где-то рыбу поставил, она говорит, блин, я лагаю. Вот скажите, что у меня в натуре с прицелом голос похож? Шутки такие. Слышите, Виталий, это тут Виталий. Что? Умру, вы меня не резайте и... А чего Джерем в Долоране, алло? Умру, не резайте и... Понял. Потому что я очень много. Джерри написал, что надо на 10 минут отойти, алло. А, все, последний... На Витальку кинул он как, ну, короче. Дайте мне карту. Вчерашний, есть, короче, спасибо. Подождите, у нас 4 хила. Мизантроп. Мизантроп, спекнись в хила, пожалуйста. Варенье. Если кто-то из ДД... Меня слышно в РК? Да. Если кто-то из ДД нахлопает больше, чем любой хил, варенька в хиле, ну пусть варенька будет, давай, не надо мизантроп прыгнуть. Еще раз повторю, если кто-то из ДД нахлопает больше, чем любой хил, вы получите ГП. Сколько? Нет, твоя мамаша нахлопала. Если мы вайпнемся, все, кто накосячили, умрут от притяжки, от всякой, ну, подрочивки, вы тоже ГП получите. Выключите, пожалуйста, ауру коня, поставьте первые три ауры и лед. Лед я вижу стоит, поставьте ретри ауру. Все, короче, не хлопайте и не умирайте, тупо за хлопками слежу. Если на четырех хилах магия, козырной выходит вот сюда влево и хилит танка. Если на 5 хилов магия, я скажу, что делать. А, я не увижу магию. Ну тогда, короче, если на 5 хилов, тогда варенька выходит вправо и хилит рейд. Все остальные хилы не хлопают. Варенька, ты готов? Иван. Все готовы? Готов. Давайте спускаем босс. Завис со старта, бля. Трусы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсфола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь... Алло, там тихо ворка или я не слышу ничего? Тихо. Все нормально. На 4 хилов магия, никто ничего не хлопает и не хилит, только козырной хилит. 4 хила с магией, никто не копим стаки. Милики, следите за стаками, у нас один хил без магии. Ух, Настик, поднимай вары, как только Синдра взлетать начнет. Бафы по вару. Метки вниз. Набрали рейндж друг от друга. Метки не дамажим вообще. Просто не бейте их. Давайте меточку с кружком не трогаем тупо. Все остальные метки до 200 тысяч. Между склепами падает. Когда босс будет приземляться, камень сгим на хп. Справа далеко. Опять в центре между склепами падает. Стоп ДД по метке справа. По правым меткам по всем трем стоп ДД. Урод. Да пошел ты, не видно. Далеко падает. Не разбивай! Красавцы. Блять! Давайте, короче. Мизантроп, где мой пэт поднимаешь? Баф, мазур, мазур фристайла. Захил ханта. Бафы друидам, паладинам и хантам. Хлопайте, пожалуйста. Варенька первый по хлопкам. Кральчик вторая.
Станешь сам. Захил шамана. Дайте два иннера шаману. Баф, мизантроп, иннеры шаман. Кулак ханту. Нету кулака на ханте. Дайте лап. А, есть лап. Давайте метки вниз, смотрите внимательно, не разбивайте сейчас ничего. Стоп ДД в склеп, если у него 200 тысяч, тупо стопнули в него. Ваши там 100 писюличных ДПС ничего не дадут. Справа далеко падает. Прицел нахуя ты старфолся? Слева близко, после приземления босса, во время приземления босса, варенька гирим на ХП. Стоп ДД, за которым мы стоим, стоп ДД по правым, в центре падает. Стоп ДД по всем склепам. Вообще их не трогайте. Не трогайте склепы. Справа далеко последний. Сова какая-то. Стоп ДД. Давайте разбиваем. Все метки под босса нанесем. Два хила магия всего лишь. Не хлопайте. Варенька, не хлопай, пожалуйста. От босса первый склеп, под левую лапу. Ух, Настик, под босса Мелизона ушли. Сбиваем сразу. Под босса разбойник. Отошли милики, рога под босса, инферники. Не бьем склеп, стоп ДД в босса. В смысле, в склеп, стоп, ДД. Не бейте склеп, ШП. Фурики, не бейте склеп. В сторону, I'm so sorry, рост. В сторону, маг. Блин, конись, ва, танков зам. Ты скиллованный. Бейте правую метку, в правый склеп, фул ДД. В смысле, нормально выбежал, просто он не набил. Ну куда ты танк? А ты видишь, танк мимо тебя бежит? Альфари под босса, милики ушли. Под босса, это левее, куда ты в хвост бежишь? Волкер, пой гимн на ХП, Волкер, прист, мазур в сторону. Лики, помогите. Ставку. Притяжка будет, не бейте. Варенька убьем, но он хлопает по рейду, короче. В смысле? Теперь ты хлопаешь по рейду. Ну, он вообще в метке был, как он хлопает по рейду. Шли милики. Дома там шли, милики. 2 миллиона. Следующую в сторону. В сторону, Валера, и в босса играем. Не хлопайте стаки нигде. Талик? Да, Талик, нифига себе. Второй раз, и вчера Талик покупал. Цую. Кон, на чумку идем? Да, на чумку. Ролим талисман на мэй. Ух, Настик, и жри из ПД, кто-то из вас писал про спеки. Ральчик все равно вин. Нахуй ты нас спрашиваешь? Токен покорителя ролим. Куда идем? Токены... Токены на чумку, токены защитника, собычки нужны кому-то? Не отфыкашьте только много. Бля, в пизду, так камеру отдалил, что, короче, метку вообще не видно было, куда летит. Склеп или, блядь, с левой стороны, с правой.
Трэш, тебе морозьте, трэш, диспельте, слизни, обычайно поставлю. Секунду. Гарион, ты вернулся, я так понимаю, да? Нужно подождать. Только ладно, не пришел, значит. Красава. Вы будете танчить сегодня, нет? Вы уже придумали желание на Новый год под бой курантов? Да, да, Джейми, Джей, Джей, пизды. Я загадывал, чтобы Славик вернулся, но она уже сбылась. Как у тебя быстро? Славик, а ты тут чё молчишь? Ты у него в муте, слишком много пиздишь. Прости. Там он, мут дал. Блядь. Норм вайп. Убегай, Ваня, убегай. Ну, зеленка чего. Неподходящий. Интересно, Джейми придет, охуеет, а что мы лайфнемся? На лестнице хрюпу поставил, кушайте. Мутант, пойдем. Знаете, короче, кстати, почему, ну, бомжи, потому что они ленивые. Да, так и есть. Ну, почему тогда цыгане не бомжи? Не бомжи, ну, цыгане, что ленивые. Ваня, Ваня, извините, мне осталось.
влево, бежим все влево, в звездочку все, братишки, в звезду. Левую собаку бьем. Там чей-то пэт. Мертв. Баф, отойди, баф. Он там резко моего пета летит. Ну, тут, а, там Азура-то резко. Показалось, уже три ловушки активировали. Так, проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Мне, например, от креста не хватает. Мне все равно не хватает, у меня все бафы закончились. Короче, на рейнже у нас стоят три ШП, Хант, Емолок, три совы. И протополади. Ну, первая замена это магии, короче. Есть три бы Макси поставили? У нас три совы. Ром. А? Когда тебе ебали, что на жопу не писать? Входом в Dark Stars. Дайте рыбу. Стоит рыба, давайте начинать уже. Да ну я не видел, не можете сказать. Типа, уважаемый Рэл, ешь рыбу. Уважаемый Рэл, ешь рыбу. А, ел, спасибо, Кирилл. Так, Каменс фристайла. Кральчик. Камень с фристайла уединились, Виталик там рот ему наполняет. Полный бак. Все готовы? Начинаем. Да-да-да. Дайте героин, просите. Я без тебя шарик,
Нам играть побыдловатым нахуй все. Да, ну я же зашел, чего вы меня бьете? Прости, Ром. Бабл, пожалуйста. Что ты на Рексе съебать разогнался? Так как мы? Что он там делает, блядь? Ну, Валера, ты что там делаешь? Рома, такой Рома. Его морд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил Фридом, умоляем. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, умоляю. Я поэт. Потрясающе. Плащ на мейн. Плащ на оф. Не сейчас. Объект на мейн. Шаманы тоже могут ролить. Грудь без ГП надо кому-то. Одну спору к звездочке несем, отпей ману же из ПД. Одну к ромбику. Если в мелизоне будет две споры, я скажу, что делать. Поклонской, фристайла, Лирайна, Лияра, Лиярана, фристайл. Дристал я на самогона. Начинай, Вань. Рака Макафо. Скажите, если пельмени Мелизона полетит. Пельмени Мелизона. Мазур, неси спору к ромбику. Мелизоне. Мазур, неси спору к ромбику. Рома, зачем ты на меня дристал? Такое посрать надо по плане. Это было смешно.
Поклонская, дашь красную каплю на Козырнов? Бля, второй пельмень ловлю, вот уёбок. Мне кажется, Макси просто осталась, дождалась пельмени, а потом бежать начала. Я вешу, я не знаю, я задержка, я потом релогнусь. В месячных? Все ждали, да? Самогон. Я шутку спиздил, пидор. Это шутка для аутистов была. Я не слышу, что присел тут. Так, я хотел узнать по-другому, не как ты, блядь. Ну, если шутка для аутистов... Прям всем интересен мой цикл, или что, я не могу понять. Ну, если это шутка для аутистов, как говорит Ром, то да, я его крутя спину. Можешь, пожалуйста, Марин, рассказать всем цикл, потому что все уже в курсе были? Да, да, то есть ты так интересуется, просто аж неловко. Ну, ты и для себя, блядь. Она такая сказала и не рассказывает. То есть, понял? Это чувство, когда ловишь третий пельмень, нахуй, сука. Тапок нет. Вообще говно выпало все. Блять, я на... Шея без ГП нужна кому-то? Что за шея? Я заберешь у него Поклонская. Сила гниди без ГП нужна кому-то? Я же выиграл шею. Ну, Поклонская со второго раза 66 выкинул. Ну и что? На тебе кольцо, чтобы ты не расстраивался. Ну нахуй мне кольцо? Поворот упал на ДД, если только буду мне не ебашить. Я в пугаре эти тапки забрал. Что-то думал, парень дамажит за Элем, он не дамажит. Это кто на нем сидит? Хозяин. Так, кстати, помню еще, когда я пришел только в Dark Stars. Он ретриком в РСК косячил, я на него базарил. Сейчас он вообще нормально ретриком играет. Даже, по-моему, аддон его пишет, кому он придумал кидать. Я вообще думал, что это Канов играет. Думаю, не, сейчас я вам буду нормальную тактику рассказывать. Но мы будем бить как прицел, научил меня. Так бить. Так проще, короче, всего. Вчера заснуть не мог, думал, как профу лучше убивать. А если ты про эту куклу поебатон, то я ебал в какой-то место, да? Какой? Так там кукла, ну и убивается босс. Стоять, пока кукла врагу наберет. Мне это, блядь, ну нахера такое дело? Если проще подводить к зеленому кран. Блять, она. Ты же понимаешь, что. Короче, либо кукла стоит и набирает рагу, и мы все стоим, ничего не делаем. Либо весь рейд бьет и ждет, пока кукла наберет рагу. Вот взвесь просто, что лучше из этого. Но одно и то же, тупо одно и то же. Весь рейд ждет, и кукла набирает рагу, и мы сразу переводим. По-моему, это Пиджи. Йоу, 228, камон, Джейпи тут. Можно изменить свой голос за то, чтобы просто дать мут? Может, еще раз первый? Ром, расскажи, что делать. Сейчас. Короче, смотрите, Рейген выпьет куклу, и мы все будем стоять. Макси, ты на него вешаешь омоложение и покровительство природы. А, не покровительный рост. Омоложение и буйный рост. Тупо по КД. Когда у него будет где-то 70-80 раги, мы спулим босса, и все, и начнется обычная первая фаза. Мы быстренько переводим, он замедляет двух слизней, убиваем по дебафам,
Потом супермутант уже ведешь под зеленого, понял? Вторую фазу катаешь от зеленого до вот до сюда. А потом на третьей фазе, ну, у него уже будет все хорошо с рага, и все, и мы убьем. Как бы. Главное, замедляй, ну, красного, ДСС на эрдру на максе, красного, зеленого, и у тебя должна еще после этого лужа оставаться, чтобы ты, короче, еще раз красного замедлил, если потребуется. Твою, я должна куклу хотать? Все время, 100% боя на кукле должно быть висеть буйный рост и омоложение. Первые там пару раз, кстати, буйный рост почему-то не вешается, он только с третьего раза вешается на куклу. Сейчас чек на пул, хилы не забывайте, сейчас надо хилить рейд, короче. Каменс, I'm sorry. Каменс, не бьем босса сейчас, тупо стоим. Просто стоим. Короче, пей стол, пока рейдин. Зачем тупо ты два человека сейчас. Два человека играют, рейдин и Макси. Хилы хилят рейдин. Джей. А. Зачем ты угодил, ты только что прощение выпросил? Захотелось мне. Восстановление не резает, можешь не кидать, жизнецвет тоже, две хоты только резают. Что, типа, мрабу. Он как куклу пьет, сразу ауешит рейд начинает, да? Да. Все друиды кидайте на него. Нет, да только эрдру резает, там талант, это ДЦ и эрдру, два человека могут резать. А, да? У ДЦ, когда щит с него спадает, я так понял, а у эрдру омоложение и буйный рост резает. Давайте, короче, подходите к боссу, милики, сейчас пулить уже будем. Подожди, пулить. Дискон был. Ну, заходи. Виталик, ты тут? Ты подошел? Меня слышно вообще или нет? Да, слышно. О, хохло выкинул, вообще зайду. Всех хохлов? Есть еще хохлы, которых выкинуло? Меня не выкинуло. Ты еврей, значит. Джей, давайте, короче, тоже, да? Баф, заливай ману, жри СПД, мазур, заливай ману козырному. Давайте, насчет. Вы заходите или что там? Стоим. Так подожди, что-то не грузится. Выйди, Вовки, и зайди назад. Клиент. Хорошо, сейчас. Повесь на него еще буйный рост. Почему на нем только омоложение? Так потому что он не проседает, и буйный рост переходит на нас. Не, так ты под него встань и на него кинет. Просто в сторону отбеги туда. Да, на себя вешай на и... Вот, я говорю, на куклу. Ну, ребят. Ну все, потому что 100 раги, короче. Вань, что там у тебя? Я же не выбил еще, Вань, когда Виталик успел зайти. Может, пусть пока диспелит куклу, подождем, пока не зайдут. Да не надо, ну че ждать? Пусть хилят сов полно. Ману уже там, ману. Ну, короче, он просто кастует. Ты видишь, у рейда там 3 человека без хп. Жри СПД, не кастуй. Что ты делаешь, блядь? Вы не видите, что хп фул у рейда? Вы что-то хилите там. Ну же говорю, 50% ману у них уже, блядь, сейчас остается там, блядь. Похарик, залей ману, пожалуйста, жри СПД. У козырного фул мана, если че. Ваня, ты тут, Варенька? Да тут, что-то у меня интернет дисконит, там, без меня бейте, я зайду, если шо. Так ты стоишь в сети, на тебя красный поползет. Не поползет. Короче, давайте, на счет 3 начинаем, милики ближе к боссу. Раз, два, три. Там, короче, ты еще если в глыбу прыгает. Пусть не заходит, он успеет зайти. Ваня, заходи. Отходите, служ. Все вышли, служ. Хотя это не обязательно рагов полны. Допей. Сбейте красного все, быстрее. Ну, заберите с меня. Роман, походу, вылетел. Бейте красного. Быстрее! Ой, я разлагал. Только-только разлагал. А чё, блин, коваться? А чё вы не сбегаете с цели зелёного?
я ничего не чувствую. Ну, что? Это еще откуда? Давайте, Макси, поднимай. I'm so sorry, и все. Спиливайте. Бафы шаману и магу. Там как, дай Дима. ДД стоим далеко от зеленого, милики под зеленым стоим. Красный выпал, красный выпал, ушли от красного. Я в красного. Бафы по Макси дайте, бафы Эрдру. Дима, ой, дай им на ману, шаманы, ставьте тотем. РДД подальше от зеленого, милик, если что, сбегаемся в РДД. От РДД миликов не сбегаются. Готовимся в зеленого, все играем. Пельмени в толпу летят. Ну, вы тупо слепые, вообще вот, ну Ваня два пельменя поймал. Сбежали в цель зеленого, все в зеленого играем. Я ничего не поймал. Сори, это Волкер был. Ваня, извини, брат. Хер тебя. Скажите, когда стопать надо. Еще бейте. Еще один будет. Ох, Настик, поклон с полман залей. Давайте, стоп в босса. Стопайте красный, в босса. Красного бейте. Стоп ДД в босса. Отошли подальше от красного. Идем все красного. На луже подождать, у него раги на двух слизней нету. Ну вон, лужи хота, и вот я не вижу ход на нем. Я сейчас к столу будем идти. С красными, с зелеными к столу бежим. Только не в колбу, не в пельмени. Быстрее переводите. Давайте, с красными, с зеленым к столу. Что вы за дауны? Четыре человека на пельменях улетают. Ну тупо, я не знаю. Колбах. Два рот. Ой, на колбах. Давайте, рост, бьем все по дебафу. Еще раз красного перезамедли, пока кукла не исчезла. Сейчас ускорится жестко. Извините. Углы, блин. Отойдите от красного. Красный смена, рога лети, рога лети. Кош, Ваниш, что-нибудь? Там рискат был. Рискат был. Блин, почему ты второй раз не замедлил? У тебя же была рага. Ты не мог плюнуть, что ли, в него? То он, наверное, так плевал, что за меня тоже заплевал. Короче, я считаю, что вы тупо дауны, особенно те, кто там по два раза умер. Те, кто под пельмени, каждый пельмень ловит. Еще я считаю, что сейчас Седдер привел слизня плохо замедленного в рейд. Его нужно наоборот от рейда вводить. А вы не понимаете, короче, что если... Нет. Ну, надо было, короче, смотрите, объясняю. Если красный берет в таргет мага, тупо, ну, он подползает, жмите глыбу и все, даже не бегите от него. Он остановится и будет стоять на месте. Ни рекаста не будет, ничего не будет. Это если мага. Уверен в этом? Да, это правда, я только что почихнул. Спасибо. Там у слизни 15% замедления, он тупо в середине рейда ползет. Ну это вообще жестко. Жестко, что его не убили до рекаста, блядь. Это жестко. Там еще 700 тысяч было, это пиздец. Какие-то, блядь, колбы кинулись на людей, походу, которые колбы поймали, и, блядь, они промахивались по нему. Ладно, 300 тонн еще, блядь, рискат мог убежать, но если бы, не знаю, перданул, блядь, на тапках куда-нибудь.
То есть старайтесь бурс стабилки, типа крылья, хуилья, оставлять. Карман, а куда вот мне сейчас нужно было бежать? Вон там, ну, к воротам. Типа, к дверям надо двигаться. Ну не в дверям, по дальним. Вообще широкий-широкий радиус мимо дверей брать. Типа, когда на тебе 7 стаков, 6 стаков, все, тебя не убьет уже. Я могу на ШП зайти здесь. Клонская, что ты не бьешь правосудием света? Или оно сейчас не так хилит, как раньше, что-то, но вообще у тебя мало хилит. Бон с кнопкой. Эй, не умеешь. Убедил. Не бьет, два раза тут кинуло. Кинул. Уважаемый Рэл, кушайте руку, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сагилец. I'm so so sorry. Уважаемый запорщик. Давайте, фулбаф, поехали по рейду. В смысле, что сейчас запорол, блядь, Алёша? Да мне насвайкнул, нахуй. Не, ну там мог и тот убежать еще, короче, там, ну. Да ему вот именно, что он не мог убежать. Он один хуй бы слизень ползет по второй траектории. Раньше он как первую цель он доберет. Он ползет, понял, типа, до той точки. И потом только начинает двигаться. То есть зигзагом. Страханду и интеллект. А к последующей точке он двигается этот. А есть реги на диван у кого-то? Ляяна, Лаяр, Лурана, есть реги на диван? Ты хочешь цели диван запилить, Рома? Лирана, да, молодец. Не-не-не. Диван, если что, на танков понадобится вчера, диван нужен. Вот дай крест ханду. Чё? Слышишь, Рома? Крест ханду и интеллект. Ты чё, фантом не умеешь стаки забирать?